Всем привет! С вами снова Лев. После очередной разминки утренней, как я и запланировал, эту неделю бегать. После этого снимаю видео. Значит, а это значит, что мой челлендж продолжается. И если это видео смотрите, то все хорошо. Это очередное видео. Напоминаю, что все, кто следят за этими выпусками, оставляют комментарии. Если я в один из дней не выложу видеоролик, я вам всем отправлю по 100 рублей. Ну, я думаю, что не отправлю. Но, с другой стороны, ну, имеется в виду, если бы я не выложу, я, конечно, отправил. Слово держу. Вот, но я планирую все-таки каждый день видео снимать. Ну, ладно. В общем, хотел поговорить о теме такой. Ольга Бузова, артистка, создает свою криптовалюту, свою сеть блокчейн, свой проект. Монета будет называться Boozcoin. А ее, соответственно, сам проект, название, будет носить имя Бузар. Ничего нового она, конечно, не придумала. То есть это стандартно, как вводится сейчас в мире криптовалют, в мире ICO. Это будет обменник, какая-то социальная площадка, где можно объявления будет размещать, вакансии и так далее. Вот, то есть суть такая. Вот, но чем интересен проект? Тем, что, во-первых, из женской части населения России она первая представила в криптовалюте такой проект. Во-вторых, так уж водится, что среди ICO выигрывают те проекты, ну, более значимые, да, где есть поддержка какой-то известной личности. То есть, ну, в России, в принципе, Ольга Бузова достаточно известна. Ну, и даже это подтверждается тем, что сейчас вот в крипторунете достаточно, как бы, частенько можно встретить информацию о проекте Ольги Бузовой. Я его не рекламирую, я просто хочу обсудить эту новость и рассмотреть как идею. Значит, ее популярность – это актив, то есть это капитал фактически. Она его может использовать для того, чтобы аккумулировать определенные средства. Все, кто поучаствует в ICO, они, в принципе, ну, рискуют определенным образом, потому что вы можете вложить, там, грубо говоря, одну сумму, а на выходе получить меньше. Это сейчас это сплошь рядом. Ну, или больше. Раньше, вот, например, ну, год еще назад, в ICO, когда вкладывались люди, они делали иксы на выходе токенов на биржу. Ну, в принципе, с Ольгой Бузовой я не знаю, как будет. Она, конечно, наполеоновские планы у нее, там она империю создает, как она выразилась, но ну, надо же это понимать, что она не Павел Дуров, и у нее нет таких вот, в принципе, насколько я знаю, известных в мире как бы проектов. Ну, не сильно она известна. В российской среде, да, но не в мире. Поэтому на общемировой рынок крипты я не знаю, сомневаюсь. Но по России, да, нормально. Так что, если интересуетесь, рассматриваете, то вот имейте в виду, что у Ольги Бузовой достаточно много поклонников, которые, в принципе, могут ее поддержать в этом. Хотя бы по рублику-то скинуть. Сейчас токены, насколько я знаю, от 7 центов до 1 доллара будут продаваться. И вот буквально вчера стартовало это ICO, можно получить еще бонус порядка 30% на свою инвестицию, что тоже неплохо. То есть вложили, грубо говоря, 100 долларов, там, например, или 1000 долларов. А на входе как будто бы вложили там 130 или 1300. Ну, что, в принципе, неплохо. А вот, ну, видео снимаю. Сейчас нахожусь в парке. Так, надо было с этого начинать. В парке цитрусового совхоза. Это в селе Алахадзе. Этот парк, он рядом с школой располагается. Очень люблю это место. Воздух здесь живительный. Ну, вот после пробежки решил сюда зайти и немножко, чтобы сменить обстановку, показать вам. Здесь очень много больших деревьев. Просто почему я это делаю, снимаю, дополняю это видео этим, да, потому что люди спрашивают, сними уже что-нибудь про Абхазию, хватит про криптовалюту. И вот, вот вам парк, здесь растут камфорные лавры, огромные. Здесь вот особенность, да, то, что здесь огромные просто деревья, им больше 100 лет. И вот у нас в Удмуртии, если такое дерево есть, то со всей округи к нему съезжаются люди посмотреть на него. А здесь их сотни таких деревьев, понимаете, их обхватить надо там 3, может быть 4 человека в некоторых случаях отдельных. Что тут еще есть? Кипарисы, секвойи, грецкие орехи, пальмы несколько видов. Есть, значит, магнолии, конфетные деревья, гималайские кедры есть. Ну вот так вот навскидку, наверное, практически все перечислил, то, что вот распространено здесь. Ну вот будете в Абхазии, заезжайте в цитрусовый совхоз, погуляйте в этом парке. То есть такое изобилие деревьев, больших деревьев, наверное, мало таких мест.
тем более на территорию СНГ, как бы нашего, я думаю, что, наверное, единицы просто. Так что место уникальное. Ну что ж, спасибо за внимание. Если вам многие вещи из мира крипты непонятны были, то, что я сказал, я вам хочу посоветовать такую вещь. За этим будущее, да, в любом случае, то есть она уже никуда не денется. Поэтому рекомендую вникать. Чтобы вникнуть в этот сленг, там вот эти все терминологии, просто зайдите в какое-нибудь сообщество или в несколько в сети Telegram и читайте недельку, две, три, и вы вникнете. Ну, например, вот мы объединились с ребятами в сообщество, ссылку в описании оставляю. Общаемся, обмениваемся информацией, консультируемся друг с другом, то есть обсуждаем разные темы, чего, куда, как, что пойдет. Ну, то есть, как я не знаю, один в поле не воин, а мы объединились, в общем. Одна голова хорошо, а там у нас 250 человек уже, 250 голов лучше, короче говоря. Так что заглядывайте к нам на огонях, присмотритесь. Спасибо за внимание, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Всего вам доброго, с вами был Лев, финансового вам благополучия.